ошибка на ровном месте привела к канадскому голу, то наша контратака такая куда более трудовая. От начала до конца еще один момент. 2-1! Что творится сейчас в Гэлфи? Два пропущенных гола канадцами в течение буквально каких-то секунд. Максим Шалунов. Ну, сегодня просто уральский день какой-то на канадском льду. Сначала Магнитогорск, потом Челябинск. Так вот вроде надежно-надежно играл Беннингтон, а сейчас взял да и пустил два. Итак, второй гол Максима Шалунова по ходу этой суперсерии. Один он грузил Куйбеку тоже.